Давайте приготовим шоколадный блинный торт. Делаем замес, берем яйца, сахар, соль, слегка взбиваем, добавляем молоко, какао, хорошо мешаем, комочков не должно быть. Просеиваем муку, добавляем соду, растительное масло, хорошо мешаем, готово. Греем сковороду, смазываем маслом, жарим блинчики. У меня получилось 15 штук. С помощью тарелки равняем края, крем делаем из жирных сливок и сахарной пудры. Смазываем им равномерно каждый слой. Теперь быстренько делаем глазурь. Сметана, сахар, какао, масло. Греем, мешаем. И уже остывший аккуратно распределяем по поверхности. Достаем кусочек. Ух, какие слои! Это очень вкусно. Рекомендую.